Добрый вечер, здравствуйте. Вас святая Benefit Company. И я Сергей Вожжов, маркетинг-директор нашей чудесной компании. И сразу у меня сегодня, в честь нашей сегодняшней встречи, есть к вам вопрос, на который я хочу попросить дать вас, соответственно, ответ. А была ли у вас когда-нибудь такая ситуация, что вам надо было сделать подарок? Хорошему человеку сделать подарок, и вы попадали в тупик, что подарить? Ну, либо вы недостаточно хорошо знаете этого человека, его вкусовые предпочтения, либо, может быть, вот у человека уже все есть, ну или там все, что он хочет, все, что ему нравится, он может себе спокойно позволить, а у вас вот стоит проблема с чем-то к нему прийти, там на день рождения, или на какой-нибудь праздник, на какое-нибудь событие, или может быть там вы давно не виделись и хотите сделать ему что-то приятное, и вот проблема подарка, ну что ж такое можно подарить? У меня просто такие ситуации бывали неоднократно. А вот если вам такая ситуация тоже знакома, когда вы попадаете в тупик, что подарить другому человеку? Если у вас такие ситуации были, то, пожалуйста, ваши плюсики в чат. $100 – хорошая идея. У меня скоро будет день рождения. Если у вас будет возникать вопрос, что мне подарить, то Юрин вариант вполне подойдет. Если у вас были такие ситуации, давайте плюсик в чат, я заодно убедюсь, что вы меня слышите. Ну а плюс я пойму, сколько же у нас тут есть людей, которые попадали в такие ситуации. У остальных, возможно, таких ситуаций не было. Так вот, сегодня вы узнаете, как полностью избавиться от этой проблемы, но это будет несколько позже. А начнем мы... А начнем мы, Юрина идея мне нравится, прямо сразу так хоп, и схватил маркетинговую жилку. А начнем мы сегодня с наших традиционных ежепонедельничных новостей, потому что новости для вас у нас подготовлены просто вот очень хорошие. И есть даже такие новости, о которых вот вообще никто не знает, кроме меня. Ну, кроме меня еще один человек знает. А вы узнаете об этом вот прямо сейчас. Поэтому сегодня мы с вами вначале совершим экскурс по новостям Benefit, а потом познакомимся с еще одним замечательным поставщиком системы Benefit. Ну а сегодня я расскажу о наших новостях за прошедшую неделю и на будущее в ближайшее время. Итак, первая замечательная новость 15 числа. Традиционно каждого 15 числа и 15 числа этого месяца, 15 вересня, 15 сентября у нас бонусы в личных кабинетах стали доступны. Поэтому те покупки, которые вы совершали в августе месяце, они принесли вам бонусы. И эти бонусы стали доступны 15 числа. Кто-то уже их увидел, кто-то еще вдруг не успел, может зайти в личный кабинет увидеть, кто-то уже даже успел воспользоваться бонусами. Ну и тогда у меня к вам есть еще один вопрос, так чтобы мы разогрелись с вами в начале. А кто уже использовал когда-нибудь свои бонусы в системе Benefit? То есть уже были бонусы, уже использовал бонусы, вам это понравилось, ставьте 3 семерки в чат. В чат 3 семерочки. Семерочка – денежное число. 3 семерочки – трижды денежное число. Мне это интересно. О, есть у нас такие ребята. Виталик использовал, Света использовал, Сергей, Юра. Я использовал, поставил 3 семерочки. Кто использовал, ставьте 3 семерочки в чат. Так вот, бонусы доступны, и вы можете ими воспользоваться. Вы помните, что вы можете пополнять мобильный телефон своим бонусом. Вы можете оплачивать заказы в интернет-маркете Кошек24. Вы можете заказывать топливные карты за бонусы. Вы можете частично за бонусы, частично за деньги делать свои заказы в интернет-маркете Кошек24, а также при заказе топливных карт. И кто находится в городе Мукачево, может использовать бонусы для заказов в пиццерии Гринвич, в лонж-баре Гринвич. У нас есть много разных возможностей. А также вы можете использовать свои бонусы в разделе B2B, для того, чтобы заказывать себе различные бизнес-инструменты в системе Benefit. Бонусы доступны, с чем я вас и поздравляю.
И напоминаю о том, что у нас идет замечательная акция. Замечательная акция «Купляй, та выгравай». Касается она каждого нашего партнера, каждого участника системы Benefit, который во время действия этой акции, она у нас длится с июля по октябрь. Каждый наш партнер, кто сделал за это время покупку, разовую покупку от 100 гривен, автоматически принимает участие в этой акции. Каждая покупка от 100 гривен – это один лотерейный билет, который автоматически помещается в наш барабан для розыгрыша, и мы проведем этот розыгрыш по окончании акции. Соответственно, для того, чтобы увеличивать количество шансов, надо просто увеличивать количество покупок. Все очень просто. И за 2 месяца акции уже больше 2000 партнеров системы Benefit приняли участие в этой акции, с чем я вас также и поздравляю. И вы также можете принять в ней участие. А кто уже принимал участие в этой акции, кто делал уже покупки более чем на 100 гривен за время действия акции, можете дать также плюсики в чат. Давайте. Нет, не так, не плюсики, давайте восьмерочки. Восьмерочки, знак бесконечности, они приближают вас к выигрышу. Кто делал покупочки, ставьте восьмерочки в чат. Ставьте восьмерочки в чат, и по восьмерочкам я буду понимать, что это вы. Ага, Виталик, я так понимаю, поставил столько восьмерок, сколько раз он делал покупки. Ага, хорошо. Чудово, есть у нас и такие партнеры. Ну, я напоминаю о том, что у нас в сентябре акции, до конца сентября, с вами работает акция от страховой компании «Арсенал», от Мукачевского представительства страховой компании «Арсенал». При заказе автоцивилки, а также при заказе полиса медицинского страхования для подорожающих за кордон, для путешествующих за рубеж, вы мало того, что получаете 15% бонус, то также еще и получаете бесплатную доставку этого полиса к вам на ближайшее отделение Новой почты. И, соответственно, это чрезвычайно выгодное предложение, которым я от души рекомендую вам успеть воспользоваться. А вот у кого, следующий у меня вопрос к вам будет, а у кого была такая ситуация? Я переверну сейчас слайдик и напомню, что у нас с вами была до недавнего времени вот такая еще акция. У кого из вас бывала такая жизненная ситуация, когда вы знали про какую-то акцию, когда даже собирались принять в ней участие, или там были мысли, или кому-то вы рассказывали о какой-то акции. Даже не мы сейчас, я не привязываюсь к системе Benefit, не обязательно к системе Benefit, вообще там проходила какая-то акция, вы про нее знали, собирались участвовать, и вдруг, пока вы собрались, акция раз и закончилась, и вы получили такое некоторое разочарование, вам стало как-то немножко обидно по поводу того, что не успел, а собирался, но что-то не сложилось, не успел. У кого были такие ситуации, когда вы собирались участвовать в какой-то акции, но вдруг не успели? Давайте ваш плюсик в чат. Ваш плюсик в чат, если у вас такие ситуации в жизни бывали. Ну, у меня, например, бывали. Честно скажу, у меня такое бывало. Так вот, при чем здесь... Ага, у вас такое бывало. При чем здесь... Такая жизненная ситуация к вот этому слайду, который сейчас на ваших экранах находится. Я хочу вас порадовать тем, что вот эта замечательная акция от интернет-магазина матрасов для партнеров Benefit Company, которая у нас проходила в течение месяца с 15 августа по 15 сентября, эта акция у нас продлена еще на месяц. Об этом не знает никто. Об этом даже служба поддержки наша еще не знает. Потому что с интернет-магазином матрасов мы об этом договорились 20 минут назад. В ходе телефонного разговора я позвонил и сказал, а давай для наших партнеров сделаем хорошо еще раз. Можешь ты себе такое позволить сделать нашим ребятам хорошо? Давай еще продлим на месячишку эту акцию, потому что покупки серьезные, большие, там дорогие, серьезные товары. Ну, бывает так, что люди собирались, но вдруг по какой-то причине не получилось. Давай дадим еще один шанс. И мы договорились о том, что эта акция будет продлена еще на месяц. Поэтому у вас есть еще месяц в запасе. Завтра эта информация появится на наших страничках в социальных сетях. У вас есть еще месяц в запасе для того, чтобы успеть воспользоваться этой акцией от интернет-магазина матрасов. И не только за свою покупку получить 10% бонус, но еще и получить бесплатную доставку на склад Delivery в вашем городе. С чем я вас также и поздравляю. Если вам такая идея нравится, можно восклицательные знаки в чат. Вы знаете, они у нас означают
аплодисменты, да, то есть вполне нормально встретить такую хорошую новость аплодисментами. Эй, что у нас с аплодисментами? Я, например, точно здесь знаю, кто собирался принять участие в этой акции, но что-то не сложилось, поэтому есть второй шанс. Ага, хорошо. Ну и как раз и с этим хочу обратить ваше внимание, что сейчас вы познакомитесь с еще одним нашим поставщиком, с еще одним поставщиком системы Benefit. И я сразу вас настраиваю на то, что вы узнаете, какая акция ожидает вас и от этого поставщика. И обращаю ваше внимание, что второго шанса не будет. Вот здесь надо действовать наверняка. И, во-первых, вы сейчас узнаете о том, каким же образом можно избавиться от головняка с подарками. Всегда знать, где и какой подарок можно заказать. Он будет не просто оригинальный, он в каких-то моментах будет просто уникальный. С одной стороны. С другой стороны, вы узнаете о том, какая замечательная привилегия, какая замечательная возможность, какая замечательная акция есть для партнеров Benefit от этого поставщика, от интернет-магазина уникальных подарков Hatebox. И вы сможете вместе со мной порадоваться за всех наших партнеров, за всех клиентов системы Benefit, за всех ваших друзей, знакомых, родственников, с которыми вы можете поделиться этой информацией, за всех, до кого добежит эта информация. Я уж приложу усилия как маркетинг-директор, чтобы об этом узнали максимально все наши партнеры. Потому что действительно это очень интересный, очень оригинальный и совершенно уникальный поставщик, с которым я с радостью вас сейчас и познакомлю. Поэтому я передаю слово Ольге, которая сейчас возьмет микрофончик, и вернусь к вам после окончания презентации поставщика Hatebox. Я вот специально не убрал этот слайд, сейчас у меня будет пару слов по этому поводу, но давайте вначале Ольге еще раз поаплодируем по нашей доброй традиции восклицательными знаками. Мне кажется, что прямо вот я точно получил удовольствие от этой презентации сегодня, надеюсь, что вы тоже оценили по достоинству. И буквально вот в процессе подготовки к сегодняшней презентации мы здесь в офисе листали как раз ассортимент Hatebox, и я просто видел, как вот наши девушки-сотрудницы, которые работают в службе поддержки, я видел эти глаза, когда они вот просто вот смотрели. Лена, пойдет конфетку здесь, когда они смотрели на вот эту вот всю красоту, и они балдели просто от одного вида. И на самом деле они меня подбили на то, чтобы с Hatebox договориться о дополнительной акции, потому что каждая из наших сотрудниц, когда видела вот эти вот, вот эту прелесть, да, они на меня смотрели и мне говорили: давай договоримся об акции. Я говорю: девочки, я понял, я постараюсь что-нибудь сделать. Поэтому мы действительно смогли договориться и найти поразумение по этому поводу. И вы уже поняли, я еще раз хочу прокомментировать, вот я возвращаю этот слайд с акцией, чтобы вы поняли, что вы имеете возможность получить дополнительную 5% скидку, моментальную. То есть вот на тот заказ, который вы сделаете, вы 5% скидку получите моментальную, еще получите бонус в соответствии с теми условиями, которые предоставляет как раз поставщик Hatebox. Правильно, я даю ссылочку. Вот вам ссылочка, чтобы долго не искать. Вы можете прямо сразу заходить по этой ссылочке, только открывать в другом окошке, чтобы не закрыть окошко со мной, потому что у меня еще есть пару слов, которые я хочу вам сказать. И, соответственно, по этой ссылочке любоваться той красотой, которую предлагает Hatebox. И в этот момент вот таким вот замечательным образом выглядеть. Ну а я верну сейчас свою презентацию и еще несколько слов вам хочу сказать. Ну, во-первых, не упустите эту возможность, в позитиве будет. Воспользуйтесь этой возможностью, обязательно воспользуйтесь этой возможностью и навострите сейчас ушки, когда кто-то вокруг вас будет рассказывать о том, что вот есть такая проблема, там, иду на день рождения, на свадьбу, на еще какое-нибудь событие, не знаю, что подарить. Вы знаете теперь, что можно подарить. Вы знаете, какой оригинальный подарок можно сделать. Обратите, кстати, внимание, что там есть совершенно разные ценовые категории. Там есть от вполне доступных до очень существенных подарков. То есть там ценовые категории просто вот совершенно на любой вкус и карман.
Поэтому вы теперь точно знаете, где можно выбрать действительно хороший, интересный, оригинальный, уникальный подарок. И с Benefit Company это еще и вдвойне выгодно, потому что, с одной стороны, во время акции вы получаете моментальную скидку, с другой стороны, вы получаете еще бонус на свой бонусный счет. Ну и напоминаю вам, что на ваши вопросы отвечает наша служба поддержки по единому телефону службы поддержки 035-45-55, в зависимости от мобильного оператора меняется только код. Или вы можете писать нам на наш e-mail. Служба поддержки Benefit Company работает с 9 до 18 в рабочие дни, с 9 до 15 в субботу. Но во все остальное время мы рады принять ваши письма на нашу электронную почту. Ну и, конечно, дружите с нами в социальных сетях, потому что у нас всегда много хороших новостей для наших партнеров. Это то, что мы вам подготовили сегодня, то, чем хотели поделиться с вами сегодня. Напоминаю, что по четвергам у нас проходят бизнес-вебинары для тех, кто действительно хочет не только пользоваться возможностью экономить с Benefit Company, но и возможностью достойно зарабатывать с Benefit Company. Поэтому в четверг ждем наших активных бизнес-партнеров на нашем бизнес-вебинаре. На сегодня все. Если есть какие-то срочные вопросы, можете задать их прямо сейчас. Если будут какие-то вопросы возникать позже по ходу, пожалуйста, служба поддержки работает для вас. Ну или находите меня в социальных сетях, на Фейсбуке. Я не совсем, но почти круглосуточно. Ну а на сегодня все. Всего доброго, до новых встреч. И помните, что Benefit Company – это ваше стабильное майбуки. Всего доброго.